поливает и крышу, вот этот только. Прикрывать надо? Да. Ты можешь налить или что-то? Сверху лезть. А то там... Пока если на крыше будет крыша, вот ту сторону, а то я... То, что происходит на Северном Кавказе, в первую очередь в Республике Дагестан, на сегодняшний день перед Олимпиадой, тоже свидетельствует об ужесточении. Когда пройдет Олимпиада в Сочи, в преддверии которой власти делают определенные реверансы, в преддверии которой наступление на гражданское общество немножечко потеряло интенсивность, вот буквально в эти последние месяцы, когда она закончится, если мир перестанет пристально смотреть на Россию, то наступление на права и свободы в этой стране только усилится.